Утро доброе. Вести утро. Карачаево-Черкесия с вами. В последние дни погода нас держит в напряжении. Что нам ждать, узнаем чуть позже. Ну а сейчас время новостей. Семья и поддержка семьи. Под таким названием в штабе общественной поддержки состоялся круглый стол. Он проходил в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». На мероприятии обсудили действующие меры социальной поддержки семьям и внесли ряд предложений по их улучшению. Подробности у Али Баташева. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова в прошлом году был увеличен размер ряда региональных мер социальной поддержки семей с детьми, отметила министр труда и социального развития республики Динара Камурзаева. Так, республиканский материнский капитал увеличен со 100 тысяч рублей до 150. Единовременная денежная выплата, назначаемая в связи с рождением третьего ребенка, возросла с 35 тысяч рублей до 50 тысяч. Показателем того, что регион работает правильно, является как раз тот факт, что когда вышел новый указ президента по мерам поддержки многодетных семей, мы как регион практически ничего не поменяли. Все те меры, которые он указал, отметил в своем указе к исполнению, в нашем регионе уже исполняются. Введены новые дополнительные меры поддержки для участников СВО. В частности, региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей семьям военнослужащих, выполняющим задачи специальной военной операции. На каждого родившегося ребенка в период выполнения военнослужащим задач СВО. Установлена компенсация в размере 50% стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения многодетным семьям. Сегодня у нас политика социальная, направленная на поддержку семьи, материнства, отцовства, детства, она отличается от многих государственных, от политики многих других стран, отличается своей ориентированностью на семьи, ориентированностью на поддержку семей, на улучшение их материального благополучия, на улучшение социального самочувствия. Но предела совершенству, конечно, нет, и наша задача как раз стремиться к чему-то большему, лучшему и найти те дополнительные меры поддержки, которые бы можно было нашим семьям предоставить для того, чтобы они экономически развивались, были счастливы. На заседании также обсудили предложения, которые планируют вынести на обсуждение на федеральный уровень. В частности, это предоставление льгот по оплате ЖКХ ветеранам боевых действий СВО, предоставление участникам СВО жилья на льготных условиях и другие. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках акции «Твори добро» заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике встретился с белгородскими детьми, которые находятся на отдыхе в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Теберде. В ходе беседы дети рассказали, что в Теберде они находятся не первый месяц, успешно окончили учебный год и приобрели новых друзей. Офицер пожелал мальчишкам и девчонкам провести летние каникулы с пользой для здоровья. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключение расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии дождь, в отдельных районах сильный. Ливень в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. В горах плюс 6, плюс 11. Днем плюс 23, плюс 28. Местами плюс 15, плюс 20. В северной части местами высокая пожароопасность. В Черкесске кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. Высокая пожароопасность.